очень близки к изменениям к лучшему. Мы действительно находимся в точке принятия решения. Там, где можно склонить себя и весь мир на чашу оправдания, чашу заслуг. Мы способны на это. Это не такие большие усилия, то, что требуется от нас. И я говорю о тех, кто живет здесь, на земле Израиля сегодня. Потому что все состояние мира очень нам помогает. Мир очень враждебен нам. Мы здесь находимся в очень стесненном состоянии. Мы сами напряжены и находимся в отчаянии, без надежды, без идеалов. И в конечном счете это состояние, оно хорошо для переворота. Решить, что да, нам нужно начать приводить себя в соответствие со всем тем, о чем говорит нам история, о том, что требует от нас народа мира. Если мы объединимся, мы сделаем то единственное действие, которое нас может спасти, потому что все, что мы делаем всеми нашими войнами и спецоперациями, это только откладывает беду, но не решает проблемы. Это как лекарство, которое немножко продлевает жизнь больного, но не лечит его.